Власти города озаботились организацией вывоза снега в Твери. Сейчас ищут подрядчика. За уборку всех районов города готовы заплатить порядка 17,5 миллионов рублей. МОП ЖЭК Твери ищет подрядчика для погрузки и вывоза снега с улично-дорожной сети Центрального, Пролетарского, Московского и Заволжского районов. 4 контракта будут распределены между субъектами малого и среднего предпринимательства. Цена каждого из них составит порядка 4,5 миллионов рублей. Всего в перечне объектов для вывоза 969 локаций. Общая сумма контракта составит 17,6 миллиона рублей. Известно, что помимо погрузки снега в обязанности исполнителей будут входить полная очистка от снега и грязи металлических и бетонных ограждений барьерного типа, ограждений разворотных площадок в виде металлического забора, искусственных неровностей, тротуарных столбиков, пешеходных ограждений.